Было весело, интересно, а главное познавательно. Я люблю делать что-нибудь своими руками. Я паяю, вообще я музыкант. Ну и физик немного. Ну, в общем, было весело, спасибо большое. Все. Было очень интересно. Я впервые сделал что-то своими руками, потому что до этого у меня были только руки-крюки, а сейчас у меня хоть что-то из этого получилось. Я очень доволен.